Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной новый игровой видеоролик. Те самые видосы, которые вам нравятся, которые вы поддерживаете. Если мы также будем продолжать ставить лайки, подписываться на канал. Если я буду видеть вашу поддержку, то в том же темпе, в том же духе мы будем продолжать записывать данные интересные игровые видеоролики. Сегодня у нас будет тест Хантера Фриза. В комментариях под предыдущим видеороликом я увидел комментарий, даже не один, связанный с данной интересной пушкой. Ну а что касаемо корпуса, вы говорили о том, что вам надоело уже смотреть на этот Хорнет. Всем и так понятно, что это самый лучший нагибаторский корпус, поэтому сегодня поиграем на Хантере, поиграем на Фризе. Что касаемо дрона, я уже давным-давно и всем говорил то, что я его не планирую менять, пока он нагибает, пока я вижу в нем эффективность, мы его будем оставлять. Но вот что касаемо вооружения, то у нас сегодня будет Хантера Фриз. И что касаемо форматов, что касаемо режимов, сегодня попробуем поиграть в формате регби, попробуем поиграть в захвате флага, посмотрим, что из этого выйдет, посмотрим, какие карты нам вообще сегодня подкинет. Я надеюсь на небольшие карты, надеюсь на те карты, где данное вооружение будет максимально эффективное, то есть где-то средние карты, маленькие карты, такие как там песок, сандал. Будет этот Хантера Фриз просто разваливать. Понятное дело, что Фриз сейчас находится не в самом лучшем балансе на данный период времени, но все же мы акцентируем внимание на том, что нам надо занять первое место, нам надо выиграть бой и показать максимальную эффективность. Балаболить сегодня я особо много не буду, поэтому сразу же начинаем пытаться как-то заходить годно в атаку, пытаться увозить флаг, работать за счет своей возможности замораживать противника, ну и, понятное дело, пытаться как-то быстро-быстро заходить, увозить флажки. Я думаю, что у нас в этом плане должно, в принципе, все получаться, если я, конечно, не буду вот сейчас на таких вулканов, просто чуть в минус не упал, здесь попадать, который мне будет наносить большое количество урона. Гаусс там еще свелся. По ходу дела быстро меняем резист. Громов, говорю, Жик я не видел. Магнумов я не видел. Окей, берем от Гаусса, берем от пулемета. И просто по-быстрому продолжаем начатое дело. Надеюсь, что сейчас мимо данного танка я вообще могу... А, голд падает. Ну ладно, тогда могу и не проехать. Могу, в принципе, на видосике голдик забрать. Нет, друзья? В принципе, голдик лишний не будет. Почему нет? У меня-то всего лишь 400 как рисов. Я, конечно, человек не гордый, поэтому могу и взять и столкнуть молодого человека и просто забрать голдецкий. Так, у нас флаг уходит. Уходим на размен по-быстрому, дабы флаг противник здесь не поставил. Надеюсь, может быть, наши тиммейты сейчас попробуют быстренько попытаться вернуть этот флаг. Если получится, будет неплохо. У меня уже потихоньку начинается кулдаун расходки. Но я, конечно, не отчаиваюсь. Там наш тиммейт пытается, там сражается, борется. Может быть, вернет? Нет. Не вернет? Нет, слился. Как пулик сзади меня начинает зажимать. Хорошо, его слили. Окей. Так, соска у меня в спине. Я бы, если честно, скинул бы флаг, если бы наш бы тиммейт бы его удержал. Ну, давайте попробую скинуть. Попробую отыграть сейчас от левого фланга. Хоря молот сразу. А, понял, он тут мины ставит. Интересная игра, конечно, от молодого человека, но я надеюсь на то, что сейчас, по идее, можно было бы, наверное, зайти на вражеский флаг в надежде то, что наш флаг не уйдет. Там хорошо, там с титаном стоит молодой человек. Но у меня есть овер, тот самый овер Хантера, который может просто сейчас застопить противника, ну и, соответственно, если я его застоплю, то я спокойнейшим образом очень-очень быстро и эффективно просто возьму и верну флажочек. Если шафт меня сейчас не ваншотнет, он меня не ваншотает, все хорошо, просто берем вот так вот делаем, хоп-стоп. Хоп, и возвратик. Легкий возвратик за счет эффективности своего корпуса. Тиммейты сразу ставят флаг. Ну и теперь можно, соответственно, уже уходить на респ и пытаться заходить заново. 1-0 уже имеется. Все, что надо, все то, что может сделать мой корпус, максимально эффективно, быстро выключил, флажочек вернул, поставил. Что может быть, в принципе, в этом плане лучше? Ничего, конечно. Так, овер забрал. Наш тиммейт противнику не оставил. Он просжал, грубо говоря, свой овердрайв впустую. Поэтому я надеюсь на то, что у меня сейчас будет все хорошо получаться. Я сейчас буду пытаться заходить в атаку и, соответственно, пытаться увозить еще как минимум один флажочек, может даже больше. Что-то тут лаг какой-то произошел. А, крит-ошибка, походу, молодого человека выпала. Шафт, конечно, наносит большое количество урона, если честно. Я надеюсь на то, что не будет таких неприятных моментов, когда он меня будет шотать. И мне придется там страдать, гореть, бомбить. Ну и мы будем выигрывать. Так, противник пытается здесь увести флаг.
Наш тиммейт везет на 0 хп. Надеюсь, что я у него сейчас лорочкой данные подберу. Где он? Куда он поехал? А, окей, у него фул хп, хорошо. Пусть сам тогда играет. Я пытаюсь поехать сразу быстро на возврат. Посмотрим, получится у меня здесь ворваться или нет. Шап держит на прицеле. Очень хорошо, что он сейчас прямо держит его на прицеле. Потому что я просто его сейчас буду пушить. Я запушу, я прожму овер. И там уже будет, как всегда, изи-каточка легенькая. Нет, друзья? Вниз прыгнет? Нет, не прыгнет. Нет, не прыгнет. Ладно, тогда прожимаю овер. И просто на... А, просто мог вернуть, блин! Давай, хори арта. Хорош, хори арта, лучший. Красавчик. А где наш тиммейт? А, у нас там вернули флаг, я понял. Ну, хорошо, хоть арта вернула, а то я уж думал, свой овердрайв просто впустую прожму, и ничего с этого хорошего не выйдет. Благо, тиммейт сыграл довольно-таки неплохо, сумел реализовать тот момент в нашу пользу. Но пока в плане опыта, конечно, у меня все не так хорошо. Да, как бы по команде я помогаю. Урон как бы в нужных танчиков вношу, пытаюсь увозить, команда ведет, все хорошо, но вот в плане моих очков не все так гладко, не все так ровно, все-таки это фриз. Карта не самая удобная для данного вооружения, но в общем и целом время еще имеется. Залетаем в атаку, надеемся увозить флажочек, если хотя бы один флаг я здесь поставлю, я думаю, что уже тогда точно можно будет надеяться на то, что у меня в этой катке может быть 6 звезд. Попытаемся увести. Ну, давайте по дальней лучшей траектории, дабы я сейчас нарез здесь не ушел. А то там шафт как даст плюху мне. И все закончится очень плохо. А, опять размен, я понял, хорошо. Размен так размен. Я тогда, может быть, даже постою с флажком. Может быть, да. Может быть, если мои тиммейты пойдут сейчас в атаку и вернут флаг. Но иначе я просто скину флаг под своего тиммейта в очередной раз и пойду сам на возврат. Если сейчас там вроде как бы один молодой человек заходит, очень даже неплохо. Может быть, у него сейчас шанс на возврат будет. Не знаю, посмотрим. Посмотрим. О, шанс, возврат. Будет возврат, есть возврат. Шикарно, отлично, овердрайв даже могу прожать. Да, молодой человек даже не думал, что у него есть шанс какой-то на увоз. Ну и спокойнейшим образом уже 2-0 ведем. За счет лучшего овердрайва. Даже в таком режиме, как захват флага, он может быть очень-очень даже полезен. Поражал, застопил, выиграл, обманул. И все у тебя, в принципе, в этом плане очень легко складывается. Так, давайте здесь нагнем еще одного молодого человека. Ну, тут надо немножко опыта уже подфармить. 55 секунд остается до конца. Попытаемся сейчас еще один флажочек как минимум вести. Надеюсь, что получится что-то здесь сделать. Залетаем уже на вражескую базу. Есть там мамонт. Я не знаю, честно говоря, как его обмануть. Сейчас надеюсь, что его... В принципе, забайтит на заход. Оп, да, забайтил. Отлично, просто хорош, красавец. Просто забайтил. Данный молодой человек ничего не понял, что произошло. Ух, какая больная рельса. А, еще из крупнокалиберки, все понятно. Тогда здесь, в принципе, ничего удивительного нету. Но, в принципе, заход был очень даже хороший. И могло что-то из него даже получиться. Но, к сожалению, рельсу... С овердрайвом я явно не мог ожидать в том моменте, что она мне такая жесткая прилетит и меня просто-напросто нагнет. Ну ладно, катка заканчивается, 5 секунд остается до конца, катку мы выиграли. И, к слову, еще и первое место вроде как я в ней заработал. 275 очков набил. Отличный бой, отличная реализация овердрайва, отличная реализация своей пушки. Сработало все на ура, даже какую-то вот заданочку выполнил, очень даже неплохо. Что касаемо второго боя. Я, как уже сказал в начале видеоролика, попытаемся реализовать данное интересное вооружение в режиме регби. Надеемся на не самую большую, не самую неприятную карточку. О, хорошая карта. Я уж подумал, что у меня сейчас крит ошибка. Противники моего уровня, да, я так понимаю. А, нет, ну, в принципе, такие. Вроде легенд подкидала, просто сначала кидала маршалов. Я уж думал, тут противники моего уровня будут. Главное, чтобы сейчас противник тут не поставил. Отлично. Берем мячик, уже пасхальных яиц нету вместо мяча. Мячик такой уже более большой. Кидается как стандартный мяч, нежели то, что было у нас раньше. Ну и пытаемся ставить сразу на врыве, сразу на врыве. Арта, конечно, дает очень жесткую плюшку. Я сразу же думаю о том, что надо поменять резист. Я уже вижу, от чего мне, в принципе, он здесь нужен. Я думаю, что как-то вот так. Сразу сходу мы меняем. Ну и теперь уже надо пытаться ставить. Резист поменен. Надо пытаться врываться, надо пытаться ставить. Овердрайв совсем скоро уже будет. Фриз, конечно, меня здесь заморозит. Но если хоть один тиммейт мне поможет, то будет уже неплохо. Тиммейты?
Тиммейты пока что помогать особо не хотят. Но ладно. Вооружение очень великолепное. Вообще подходит для данного режима. Что касаемо ближнебойной пушки. Что касаемо хантера. Да, то есть стопить, залетать, ставить. То, что надо. В общем и целом. Вот если бы еще бы такие тиммейты не брали бы мячи. Было бы вообще все просто великолепно. Надеюсь, что его сейчас быстро здесь нагнут. Я подберу мячик. А не подберет его какой-то противник. Так, выключаем три... танка. Я поторопился, ладно. Зря я это делал. Все-таки я не увидел то, что там у Харька есть овердрайв. И получилось так, что по идее я прожал вообще впустую. Просто впустую свой овер. Мог, конечно, его там не прожимать. И тогда было бы все нормально. Ну ладно. Давайте сейчас этого молодого человека здесь сольем. Попытаемся слить сразу хурежигу с приваренной башни. Еще одного нагибухтера. Ну а теперь уже попытаемся как-то заехать. Может быть урона нанести, а может быть попытаться поставить. Нет. Вот сейчас бы, если бы я бы овер прожал, было бы намного лучше. То есть там 4 танка бы уходило бы. И тогда, может быть, был бы шанс на доставку. Ну ладно, у меня уже 80% нового овердрайва. Сейчас попробуем реализовать уже его более грамотно. Надеюсь, что там никакой хоречек меня не застопит. И будет все в этом плане очень даже хорошо. Хантер что-то пытается, пока минжуется, не знает, что ему делать. Я аптечку ему сбиваю. Надо уже выходить вперед, друзья. 4 минуты до конца, до сих пор мы счет не открыли. Я хоть и по опыту иду довольно-таки неплохо, но мы играем на победку. Нам надо выигрывать, поэтому давайте-ка, молодые люди, немножечко включаемся, включаемся. Надеемся на то, что сейчас никакой хорек овер свой не прожмет. А то там арта уже... У меня такое ощущение, как будто готова... Да, ну вот она как бы и прожимает свой овердрайв. Она уже готова прожать. Хантер овер прожал. Отлично. Просто великолепно. Так, сейчас я думаю, что уже совсем скоро, как только у данного хорька пропадет овердрайв, а его уже сливают, вот сейчас надо делать определенный врыв и пытаться ставить. Просто пытаться ставить, врываться. И все должно в этом плане получаться. Если бы еще наши тиммейты бы ехали бы вперед. Друзья мои хорошие, пожалуйста, хоть кто-то из вас может поехать вперед. Поехать в атачку, пожалуйста. Пожалуйста, друзья. А, такая легкая доставка. Тут даже овер не надо было прожимать. Ну ладно. Немножко повезло, конечно, что там противник как-то сыграл очень плохо. Ну ладно, овер остался. Что может быть лучше оставшегося овердрайва? Можно попытаться, значит, еще один флажочек, вернее, мячик дернуть и поставить 1-0. Это хорошо. Вот когда 2-0 будет счет, то там уже будет, конечно, все вообще великолепно. Поэтому пытаемся, пытаемся. Хори арта уже здесь. Плюшечку мне выдает. Смещает зону. Пытается как-то обмануть. Ну, такие обманки, конечно, очень редко работают. Особенно с нами. Морозим, стопим. И мячик выкидываем как можно дальше, дабы я успел хотя бы отреспаться. Противник, чтобы там ничего не успел сделать. Хотя там у нас очень неплохо урон наносил хорнетопулемет. Он, так я понимаю, даже особо сильно не качан, но наносил урон довольно-таки грамотно. Хорежига на врыве. Ну а теперь надо врываться уже мне. Жига поедет на меня, да, поедет. Нормально, нормально. Хорошо, вперед. С приваренной башни газует вообще. Как может газует. Оп, 4 танка, 5 танков, да. Оп, застопили. Оп, 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 2, 3 танчика. Ой, 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 ой. Тише, тише, тише. Зачем так много урона по мне наносить? Надо ставить, тут уже надо ставить. Отличный овердрайв был там. 5 танков, если я не ошибаюсь, застопили. Очень хорошо получилось. 2-0, 2 минуты до конца. Все хорошо получается. Лево на врыве. Сыграем, может быть, попытаемся еще один мячик поставить. Я прожал овер, у меня уже 80% нового овердрайва. Ничего себе. Можно попытаться. Можно попытаться сейчас взять, заехать и еще один мяч так же само поставить. Если у меня получится, будет вообще просто великолепно. Там опять 5 или 6 танков стоит в одной зоне. Мне желательно заезжать сбоку, дабы урон через верх не получать. И тогда уже пытаться как-то реализовывать свой овердрайв. У Хантера, скорее всего, там овера нету. Может и есть, не знаю. Ладно, прожму овер лучше, чтобы не рисковать. А то если рискну еще, будет не так все хорошо. Лучше поставлю на верочку. Третий мячик, отлично, 550 опыта уже. Идем просто великолепно, просто великолепно. Минута до конца, 550 опыта. Что может быть лучше, друзья? Что может быть лучше, когда у тебя все здесь на изи каточке получается? И за минутку можно, по идее, поставить еще один даже мячик. Если прожать еще овер, если он накопится, конечно же, то будет вообще просто великолепно. И мой тиммейт, например, поедет с мячом, а не будет стоять, да? Я надеюсь, что он поедет. А, ну ему может быть... А, нет. Ну давай, едь, друг. Газуй, друг, или скинь. Хорошо, спасибо. За мяч спасибо. Ты очень
добр в своих действиях. Правда, у меня 50% овердрайва. Но я думаю, что это не помеха. Надо просто врываться. А, не успел аптечку прожать. А, викинг там овер прожал. Тогда ладно. 25 секунд до конца. Овердрайв будет. Овердрайв будет под самый последний тайминг. Или не будет. Хотя, по идее, наверное, уже и не будет. Ну, казалось мне, если честно, что можно поставить еще один мяч. Но я вроде как ошибся. Да, мяч тут сольют. Ну ладно. Даже на этом, если как бы подвести итог, то я считаю, очень хорошая каточка вместе с нами. Вместе с вами, вместе с нами у нас получилась прямо сейчас. 590 опыта, 3 мяча поставленных. Хантера фриз. Что касаемо режимов захват флага, что касаемо режимов регби. Отличнейшее просто вооружение, друзья. Мне, честно говоря, понравилось на нем играть, хоть я и на фризе давным-давно уже как бы на постоянке не играю. На хантере тоже особо не играю, но... Вооружение является довольно-таки достойным, и если у вас есть выбор по какому-то вооружению, вы не хотите, например, катать на хорьке, вам не нравится хорек, либо вы думаете, какие там пушки поиспользовать, и если вам нравится подобное сочетание, то вы его можете спокойнейшим образом и использовать. От него, от фриза резистов в данный период времени в матчмейкинге очень мало. Защит всяких нагибаторских, поэтому можете использовать, можете нагибать. Хантер, ну, всегда он был эффективен в таких режимах, где надо прожать овер, застопить противника. Застопил, переиграл, поставил, нагнул. Все. Очень просто работает. Поэтому как-то так, друзья. Если вам понравился данный видеоролик, если вы хотите, чтобы мы в том же темпе, например, даже завтра, послезавтра продолжали записывать данные интересные игровые видеоролики, то обязательно... Не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал. Ну и также, друзья, в комментариях под данный видеоролик писать те самые вооружения, которые вы бы хотели вообще посмотреть. Поэтому как-то так. У меня на этом сегодня все. С вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.